Уже в этом учебном году многим российским школьникам, начиная с 5 класса, предстоит изучать второй иностранный язык. Мы решили узнать, какие языки, по мнению финцев, нужно учить школьникам. Свой собственный, родной, а потом английский обычно же учат. Французский, красивый, китайский, ну, учитывая последние события, будем так говорить, в геополитике, я думаю, что он пригодится многим. Немецкий можно, потому что с немцами еще хорошо у нас работает. Ну, китайский пусть дали восточники учат. Все. Спасибо. А башкирский по желанию. А русский? Русский обязательно. Не мешает им много языков знать хорошо. А вы сами какой язык в школе учили? А в наше время немецкий был. Немецкий тоже изучает. Сейчас вообще много языков изучает. Мне кажется, обязательно башкирский. Почему? Ну, не знаю, все-таки мы в Башкирии живем. Наверное, все-таки немецкий. Можно и китайский, да. Потому что сотрудничество с Китаем сейчас, думаю, ну, станет выгоднее, чем с Западом. Так как Запад сейчас, ну, от нас потихонечку отворачивается, а Восток все-таки становится ближе к нам. Поэтому, да, китайский, скорее всего. Ну, я думаю, они должны знать те языки, которые им пригодятся в будущем. То есть английский – это как основа, международный язык. И китайский, ну, на нем говорит большинство жителей Земли. Алина Гребешкова, Антон Кучерин, городской телеканал ЮТВ.